Добрый день. И мы продолжаем заниматься уже где-то в течение 5 дней посадкой разбухших семян. Перца красного, горького, вернее, сладкого перца, горького, баклажан, базилик, зелени, петрушки. В общем, все-все. Я хотела вам показать, как мы делаем небольшой парничок, чтобы семена побыстрее наши всходы появились. Так, небольшие баночки. Земля тепленькая. Мы еще раз полили водичкой сверху с марганцовкой разведенной. И вот так в пакетике сделали как бы как парничок. Вот. Будем просматривать их потом и запускать в них воздух. Стараемся ставить, конечно, не совсем, вот здесь вот у нас батарея, а немножечко подальше, потому что очень жарко. Вот, поэтому и на столе у нас стоит, и вот здесь вот как бы на возвышенности, вот видите, уже появляется как бы влага внутри. Это очень хорошо. И почему так в пакетиках мы делаем? Очень удобно. Без крышки, я имею в виду, очень удобно их открывать. Туда немножечко даем кислорода и опять их сверху закрываем. То есть сегодня вот мы опять весь день продолжали заниматься посадкой в землю различными культурами. Так, ну вот смотрите, вот просто завязанный в пакетик. Баночки из-под майонеза, из-под обрезанные просто ненужные баночки.